Всем привет из Батуми. Хочу сейчас показать вам небольшой ресторан, мануфактура называется. Фишка заведения – это пироги с разной начинкой. Пользуются они большой популярностью в городе. И также здесь непривычное меню для Грузии. Я заказала несладкие сырники, подаются сметаной, это очень вкусно. Хорошие цены, играет ненавязчивая музыка, иногда проходят интересные мероприятия. Меню я вам тоже здесь оставлю, кому интересно, можете посмотреть. Я так вкусно пообедала сейчас и решила пойти на набережную, пока у нас солнышко, прогуляться. Стараюсь каждый день выходить, иногда бывает очень лень, но я себя прям заставляю выходить и гулять. Здесь всегда тенек, и летом можно спрятаться от палящего солнышка. Мы сейчас идем мимо Хилтона и выйдем к знаменитому кафе, которое называется «Фантазия», где снимали «Любовь и голуби». Кафе восстановили, оно сейчас в идеальном состоянии, и летом там продают мороженое, кофе и прохладительные напитки. Сейчас подойдем поближе, я вам покажу. Солнышко так светит, что не очень все видно. Но уже покажу, как есть. Летом здесь фонтаны включают. Очень красиво, и стоят столики, люди отдыхают и наслаждаются прекрасной погодой. Вот так сейчас это все выглядит. Давайте вокруг обойдем, и я пойду в сторону птичника. Если там пеликаны будут рядом с забором, я вам их тоже покажу. Очень их люблю. И здесь растут деревья, очень ароматные. Когда мимо идешь, чувствуешь. Ой, ребят, сейчас я вам еще покажу одно здание и пару слов про него скажу. Опять же, я о нем узнала благодаря книге, которую купила. Я ни в коем случае не рекламирую эту книгу, я ее купила за свои деньги, но она очень классная, поэтому если есть возможность, то рекомендую вам ее купить, стоит 85 лари. Ссылку я оставлю внизу под роликом, там много фотографий старого Батуми, описание. Ой, что я сейчас вам расскажу? Прикол. Значит, недавно Олег Леонидович позавчера слушал туркменские песни. Ну, я подумала, думаю, ну ладно, ностальгия у человека, ок. Вчера мы пошли дальше и слушали «Играй гармонь». Ребят, «Играй гармонь», помните эту передачу? До 5 утра он слушал «Играй гармонь».
Олег Леонидович становится меломаном. Потом он нашел там для себя какую-то певицу, которую теперь будет слушать. Сказал, у нее очень душевные песни. Я не слышала, не знаю, но ссылочку вам оставлю. Возможно, кому-то понравится. Когда я слушаю свою музыку, я обычно это делаю в наушниках, либо включаю, чтобы никому не мешать. Но Олег Леонидович включает на приличную громкость, и мне тоже приходится это слушать. Вот, такие вот дела. Вот здесь всегда очень ароматно пахнет деревьями. Вот даже не передать, очень вкусно. В любое время года этот аромат здесь стоит. Я прям всегда иду и балдею. Проходим японский сад. Скоро будет птичник. Напугал меня, хотел схватить. Я отвлеклась. Засранец, а. Глаз да глаз нужен за тобой. Там петух, я хочу петуха сфотографировать и отвлеклась. Он хотел меня уже цапнуть. Уже хвосты отросли, уже красивые стали птички. Скоро будут выброжать, распускать свой хвост, демонстрировать. Вот тот самый балкон, который я хотела вам показать. По рассказам жителей этого дома, здесь останавливался Айвазовский и из балкона рисовал море. Вот здесь даже табличка какая-то есть. Не знаю, что здесь было, но сейчас она вот так выглядит. Сейчас в этом здании ресторан Фан-Фан, он работает только в сезон. Кстати, KFC открыли, ребят. Кто любит, добро пожаловать. Я как-нибудь зайду, посмотрю меню и цены, покажу вам. Ну, точно не сегодня. Я сейчас зашла, там очень много людей. Ну, я уже пообедала, поэтому не буду заходить. Не очень люблю я ни Мак, ни KFC, но так, для разнообразия интереса могу зайти.